Andy Warhol – один из самых ярких и эпатажных брендов. И на создание этого имиджа художник, по сути, положил всю свою жизнь. И эпатаж, дерзость и яркость были неотъемлемой его частью. Но на самом деле за всей этой мишурой в какой-то степени скрывалась очень трепетная и ранимая личность. И наша архитектура призвана максимально раскрыть многогранность творчества художника и его характер. Выставка представляет из себя такой лабиринт метафор, впечатлений, гуляя по которому посетитель должен себе достаточно четко представить личность художника. Наша выставка «Энди Уорхол и русское искусство» отличается, да, от всех знаковых выставок, которые были до нас в Петербурге, в Эрмитаже, в Русском музее. С одной стороны, продолжает и рассказывает глобально о творчестве Энди Уорхола, с другой стороны, отличается от предыдущих выставок в концептуальном плане. Здесь почти в каждом зале, за исключением первых двух, у нас вместе с знаменитым поп-артистом включено творчество русских художников, которые попали под влияние идей Энди Уорхола и вступили с ним в активный диалог. Это была традиция у художников-иллюстраторов 50-х годов. Подобные произведения рассылались главным редакторам известных изданий, журналистам, галеристам, коллекционерам. Таким образом, художники заявляли о себе. Это, в общем-то, знаковые произведения начального этапа творчества художника, с одной стороны. С другой стороны, мало кто знает об этих произведениях, и мало кто может ассоциировать Энди Уорхола, короля поп-арта, вот с такими вот ранними тонкими рисунками.